Есть такая работа – людей защищать. Ивановские полицейские рассказали школьникам о своей службе и о том, как они круглосуточно, 7 дней в неделю, оберегают жителей региона от преступников. Экскурсию по полицейскому участку провел штатный психолог Роман Зотов. Отправная точка – комната инструктажа. На стене – оперативная информация о нарушителях закона, фотороботы. Напротив – карта областного центра, разделенного на участки. Ребята из 63-й школы узнали, что их район, советский, относительно безопасный, более криминогенный – Октябрьский и Ленинский. Это спортивный зал. Сюда офицеры приходят на регулярные тренировки. Полицейский должен быть в хорошей форме, сильный, ловкий, выносливый. Мне рассказали много интересного. Например, какие вещи могут быть заминированы, какие преступники есть, какие преступления совершали в разных районах моего города. Бегать быстрее и прыгать выше мало. Нужно уметь защитить себя и других. Приемы отрабатывают в зоне рукопашного боя. На стенах муляжи холодного и огнестрельного оружия. С их помощью полицейские учатся обезвреживать преступников. Мне было интересно посмотреть. Нам сказали, что будут показывать собак, коней и также много чего расскажут. Мне стало интересно, почему бы не сходить. Кабинетной работой ребят в ряды правоохранителей не заманишь, приходится удивлять. Конная полиция – важная составляющая службы. Без кавалерии не обходится ни один футбольный матч. Встретить полицейского на коне можно и в городском парке. Здесь рассказали нам, как лошадь себя ведет, как ее готовит и с какого возраста ее принимают. Это тоже очень интересно, на мой взгляд, и очень познавательно. В конюшне содержат 13 лошадей. Каждая закреплена за определенным офицером, он ее напарник. Работать должны без слов, понимать друг друга, чувствовать. Многие ребята после того, как вот они к нам приходят, потом они периодически к нам приезжают. Иногда мы с ними в городе видимся. То есть у многих есть интерес. Спрашивают, как поступить, как подойти, как вот лучше возьмут, не возьмут кавалериста, что для этого нужно. То есть интерес проявляется у детей. Вызвать уважение к профессии – одна из задач таких экскурсий. Человек в погонах должен вызывать чувство спокойствия и защищенности у горожан. Сегодня дети часто задавали вопросы, с какими видами правонарушений работают сотрудники, несут ли они службу с оружием. Вот. И еще очень часто задавали вопрос, а служат ли у нас девушки. Но не только школьники смотрят за работой полицейских, но и сами офицеры присматриваются к ребятам. Задача ежегодной акции «Полиция в лицах» – заинтересовать подрастающее поколение, привлечь их в службу, вырастить новое поколение городских защитников. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.